эфире. Добрый день, дорогие зрители. Вот. Вас приветствует Валерий Боутов, Михаил Семин, Семен Самородов, Николай Емельяненко. Мы находимся с вами в городе Истре на кухне талантов, где собираются самые яркие самородки. У нас сегодня в гостях два гармониста. Два гармониста, оба они из Мордовии, сейчас оба живут в Подмосковье. Оба они не знают ни нот, ничего, играют все на слух. И, ну, я думаю, сейчас вот что-то или сыграете, или расскажете о себе там. Сначала сыграем. Давайте. Бесконечно. Ну что? Можете рассказать? Семен, расскажи что-нибудь о себе и... о себе. Сколько я себя помню, у меня была мечта с детства научиться на гармошке. Кто родом из деревни, как мне кажется, гармонист был, это величина. То есть, ну, как, может, это хорошо, может, не очень, но у нас в деревне, по-моему, даже магнитофонов в свое время не было. И вся вот улица веселилась за счет гармонистов. Именно так, да. Я думаю, неужели я не смогу? Поэтому долго стеснялся, не говорил родителям. И при первой возможности я попросил
купить мне гармошку. На что отец сказал, что ты же не умеешь, зачем тебе гармошка? Я был удивлен, конечно, как я же научусь. Причем мне детки, они все играли по материнской линии, поэтому мне было проще. Они показали, да, мне купили гармонь, и как-то так получилось, что вроде у меня пошло, я научился. А причем приходилось по крупицам собирать вот эти наигрыши. Я на улицу выходил, услышал, как взрослые гармонисты играли, потом приходил домой, а я начинал. А потом мне показалось, что можно ли научиться играть песни. Потому что все ходили, на улице, когда выходили, все хотели спеть что-либо. А из инструментов была только гармонь. Поэтому, когда я научился, мои одногодки, так скажем, одноклассники, практически все купили гармошки, только несколько человек научились. Я считал себя на высоте, когда они просили, покажи что-нибудь, покажи. А я уже чувствовал, что я талантлив. Поэтому... И вот так гармошка сопровождает меня почти всю жизнь. Жаль, что я в свое время не смог. Мне очень хотелось пойти учиться, но как-то так не получилось, воли не хватило. Я ограничился тем, что просто по слуху учил, услышал музыку, подучился. Вот так я и учился немножко. Вот такая история. Ну, давай, небольшая. Сыграй тогда спой. Я хочу спеть песенку. Одну песенку.
соседний куплет, это по-русски, а так, когда услышат, я надеюсь, земляки, они поймут, о чем. Да, 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 обязательно. Это про мордовского мужчину. Семен, а с какого ты района? А, я родом из Мордовии, Калукинский район, из самой красивой деревушки, да, старая Сталковка. Она сейчас, конечно, пустела, но я когда туда приезжаю, я там отдыхаю, это моя родина. Куда бы мы ни уехали, оно у нас в сердце, там я научился, там я познал мир. Я вот когда приезжаю, беру гармошку, и вечерами, вот кто еще там остался, мы поем, поем песни. Приезжаю в другую, в соседнюю деревню, там народу побольше, они все меня знают. На Новый год приезжаем. Очень мало уже людей, как бы, кто играл раньше, они состарились, уже не берут гармошку, а мне это очень нравится. Поэтому я собираю людей и поем, отводим душу. Здорово. Потому что это мое мнение, потому что это моя любимый музыкальный инструмент. Здесь можно проявить себя. Здесь можно собраться, она объединяет. Можно... Я начинаю петь, и я вижу, как у людей глаза загораются. Кто-то знает, кто-то уже на ходу подпевает. Людям нравится. Хорошо, что, думаю, я не одинок в этом. Вот такая история. Ну, что-нибудь давай, еще что-нибудь. Сейчас я просто... Что-нибудь хорошенькое. Сейчас я попробую тихую песенку. Я, наверное, еще одну песню спою на моем родном языке. Потом исправлюсь, потом будем петь что-нибудь по-русски. Мать сама мой.
Ну, подхватывай, Михаил, расскажи. Ну, или я сначала спою, наверное, а потом расскажу о себе. Расскажу я о себе. Ну, у меня малая родина тоже, Мордовия. Родился я в Зубополянский район, вот, село Булдыгино, деревня Родниковка. Ну, все мое детство почти там прошло. Колхоз был бедненький, ну, еле-еле концы с концами сводил. А семьи, как у нас, Семен, знаешь, большие были. По 8, по 10 и по 12 детей. Ну вот, а в селе у нас, в деревне было всего-то дворов 15. Ну, гармонистов не было. Был у меня старший брат, играл. Откуда? А гармон досталось тогда, знаете чего? Ну, денег не было. У меня старший брат дембельнулся. Служил в Мурманской области подводником. Дембельнулся, вот, и приехал, привез яловые сапоги офицерские.
И вот по бартеру он обменял на гармонию. И вот на гармонии, а нас было 6 братьев и 2 сестры. И вот на гармонии у меня брат научился играть. И потом от него эта гармонь мне досталась. Ну вот, я... В общем, эта гармонь одно название было. Черная тульская гармонь, меха уже все дырявые были. Тут с одной стороны было привязано, например, чтобы не, это, воздух не спускало здесь. Ну, в общем, я на этой гармошке научился играть. А там, как знаешь, праздники ведь бывают какие? Масленица, Никола, там же по неделям гуляют. Вот. Свадьба неделю тоже проводится. Ну, и всегда меня таскали. Народ пляшет, песни поет, застольные, и я это, конечно, все знал. Вот. Ну и дальше, значит, как? Ну, а когда во второй класс перешел, переехали мы в поселке, в рабочем купили дом, я переехал. Ну, в общем, эта деревня Родниковка сейчас не существует вообще там, ничего не осталось. Кроме, может, так, остов домиков, скелеты домиков там. Вот. И меня всегда вот это вот очень трогает. Я как не перееду к себе на родину, обязательно я эту деревушку навещаю. Она там сейчас все заросло и травой, и чего. Ну и вот я хочу про деревеньку спеть песню.
про деревню. Так, что, ну давайте я еще спою, раз уж тему затронули, деревню, села, я спою еще про село, раз про деревню спели. Семен, тебе слово. Мне слово. Мне больше приходилось играть. Играть в каком плане? То есть я учил очень долгое время, я просто учил мелодию, играл. У меня четыре сестры, они все очень любят петь. И буквально уже поздно я начал петь, просто не хотел самому выразить себе, как бы свой настрой, свое настроение. Всегда казалось, что вот даже женщины поют вот чуточку не так. Голоса, конечно, у меня не было. Я очень стеснялся, приходилось громко петь, чтобы скрыть прорехи. Не всегда. То есть меня жалели, конечно, когда говорили: не кричи, ты поспокойнее. То есть я потом, когда уже где-то удавалось себя услышать, понимал, что действительно, я вроде бы как и не пою, а ору. Ну, мне очень нравилось, в принципе, петь. Песни, я вот твою песню, допустим, не слушал где-то. Мне приходилось, то есть я чаще пел песни, которые уже на слуху, в принципе. Понравилась песня, все, мне кажется, это мое, оно мне подходит.
хорошее у меня настроение. Или же мне очень нравились, знаете, сейчас как бы можно было их назвать как редкрутские песни, когда вот что-то удавалось где-то услышать, прям быстро подхватывал. Вот я хотел бы сейчас получится ли спеть. Солдат, обязательно пели вот похожие песни. И некоторые говорили, мол, они какие-то, ну, несут элементы жестокости. Мне нравилось, что один наш товарищ, ну, он старше нас, он говорил, он должен быть готовым, он идет в армию, а не на прогулку. Как бы, то есть, я потом это понял, ты, когда идешь защищать Родину, ты идешь не на прогулку. И вот эти песни, они как бы вроде подчеркивают, но тоже им успокаивают, как бы. Мы пели все, как бы. Как после такой песни можно чего-то испугаться? Продолжай, Михаил. Ой, да. Ну, давайте мы продолжим.
Ну вот раз про деревню разговор завели, тогда я уж, значит, большой привет передаю село Булдыгино, где я родился. Там же, наверное, остались еще мои знакомые, например, Гришиным, Савичкиным, Семиным, вот, Пташкиным. Всем большой привет. Ну и хочу исполнить песенку «Домик у дороги». Давайте я вам спою что-то вот забытое, старенькое. Я люблю старые, которые песни уже забываются, и которых я раньше, как вот Семен говорит, не было ни магнитофонов, и редкий случай, у кого был патефон или проигрыватель, и у кого-то пластинка, если заиграет,
Вот услыхал дома сразу раз-раз, если сразу с первого раза не удалось, бежишь опять, знаешь, у кого эта пластинка, резьбы попросить боишься, лишь бы услыхать еще разок песенку эту и запомнить. Ну вот, вот так вот и... Сейчас я попробую вам спеть песенку другую, такую старую, забытую. Все, извиняюсь. Ничего страшного. Знаете песню «Шел казак на побывку домой»? Я слова не знаю. Ты просто, да? Ну да. Ты знаешь, что она? Да. Yeah.
Да, в компании эта песня хорошо звучит. Высоко, вот надо было бы на той сыграть. Ну, давай сыграем. Скажи, что сыграем. Нет, нет, ну ты продолжай дальше. Вот это вот больно высоко было бы под эту гармошку. Да. Тебя. Вот под эту ты бы сыграл, спел бы хорошо. Давай сыграем. Yeah.
А у тебя что, с опозданием идет, да?
счастливо. Ну что, я сейчас еще спою песенку Валерия Сюмина. Ну сейчас, как получится. Частушки просите, если хотите, или попозже. Кто это? Просит Любовь Круглова. Частушки? Да. Вот Семен, если знает частушки. Я тоже нет, я обычно играл. Вот Сурадани, ты знаешь частушки? Я хочу просто песни спеть. Ну, давай, спой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Есенина, какие-то песни не знаете? Сейчас сыграю, давай. Thank you.
про Есенина вспомним, да? Сейчас я вспомню. Я же пил, помнишь, про Есенина? Тут-то нет. Да и есть там, наверное, в Талмудах.
Вспомнили про маму. Конечно, это больная тема про маму. Но раз вы вспомнили, я еще и вспомню про маму. За рекой непогода, за рекою туманы. Солнце встает, только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного, свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного, свою доченьку ждет. Часто бывает, то на юг, то на запад, много дел до забот. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Oh, yeah.
пустые слова. Только, мама, не вечно, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Только, мама, не вечно, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Я даже стесняюсь. Нина Юрьевна сыпет мне потом. Yeah!
всякое вот бывает. Раньше, когда были юношами, пели юношеские песни. А с годами всякий раз все меняется. Ну вот вспомним юношескую песню. Я стою. Живем, в общем, как сейчас вот достигли нашего возраста, то уже поются как бы ближе к сердцу другие песни. Правда, значит, иногда как бывает, значит, мелодия знакомая остается, ну, слова просто человек, ну, для души сделал, для народа, вот. Стали на ноги ребята, подрастают дивные внучата. Сердце старость признавать не хочет, сердце ласки и луна не бросит. На висках сединки, на глазах сединки. На висках сединки, а в глазах сединки, это все года. Египта, что стоит журавлиной, мчатся годы вереницей длинной.
слышно скричит старикан. Но то, что ему уже знаю сами. Сединки, а в глазах сединки, и это все года. На висках сединки, а в глазах сединки, и это все года. Не давай, чтоб сердце устарело. Пусть виски покрыты сединою. Хорошо мне, милый друг, с тобой. Сердце старость признавать не хочет. Сердце ласки и неба не просит. На висках сединки, а в глазах сединки. Сединки, а в глазах сединки, это все все вместе. На висках сединки, а в глазах слезинки, это все года. На висках сединки, а в глазах слезинки, это все года. Thank you.
Я даже песня по нашей молодости. Старинная хорошая песня. Надежнее любого.
Матяню просит. Матаню просит? А, знаешь, как будто. Ну что, Матаню, зачем? Ты играй страдания, какая разница, Матаню или страдания. У нас, я почему все ну, время, можно, все время говорю, вот, вот почему, погоди, Семен, я все время говорю, вот сейчас уже мы встречаемся, есть, ну, вот как Николай знает, там мордовская диаспора собирается. И вот там есть Женя такой, он человечек веселый. Раз прибежал, Миш, сыграй Матаню. Второй раз, потом я ему объяснил. Я говорю, ты откуда? С Мордовии. Я говорю, вот почему Матаню? Я ему начал объяснять. Матаню играет кто? Воронеж и Липецк. А Тамбов? Тамбов, да. А Мордва играют страдания. Русского. Да, страдание русское. Вот именно страдают они, страдания. Зачем вот менять как-то культуру? Нет, там, вот. Там немножко разница. Я вот. Долгое время, то есть вот играю, а когда начал, я сначала стеснялся здесь в Москве играть, потому что, ну, тогда я был очень молодой, то есть любил песни петь, но это в кругу друзей, вот родственников, mm-hmm. потому что я все-таки считал профи из профи, как бы... Как мы это все застольные песни. Один раз столкнулся, делаем концерт вот, с нашими девчонками. И мне подходит мужчина и говорит, вы почему фальшивите? Я говорю, мне сказали, нормально играю, правдиво. Говорю, нет, ну подождите, вы где учились? А говорю, а вы про это? Говорю, вы, конечно, извините, вы, наверное, музыкант, да. И мне, мол, вот неприятно смотреть, вот много фальши. Я говорю, вообще-то я не музыкант, я самоучка, гармонист. Он как, вы ну, не знаете? Я говорю, нет. Вот это вы играете. По, так, да, по слуху. По да. слуху. Говорю, вы, конечно, извините, если не так получается. Говорит, нет, но вы из аккорда берете одну кнопку. Я не знаю, где остальные, я вот одну нашел. Он так смеялся, потом хорошо, вот он тактичный человек, он успокоил. Говорит, для своего уровня играешь хорошо. Я думал, ты профессионал. Скажи, и ты профессионал, я потом успокоился. Понимаешь, я приходил в парк с ребятами, Измайловский Пятачок, очень много хороших гармонистов. И когда мне говорили, сыграй что-нибудь свое, в смысле полисовой, я говорю, мне нет своего. То есть я вот услышал его, скопировал. Я, опять же, один гармонист говорит, ну ты как этот дрозд пересмешник, у тебя что, нет своего? Говорю, ну не могу я сочинять, как бы. То есть, и начинаю вспоминать, вот немножечко каждый гармонист что-то да, вносит да, свое. Конечно. Какие-то наигрыши. Равных, одинаковых гармонистов нету. Это только одинаковые гармонисты, вот мы как знаем, Дербенко, да? Вот у него там по нотам учатся, они могут сыграть и там в десятером, и... Ну, естественно. Одной тональности гармошка сыграют, а самородок. Вот поэтому нету, в принципе, нету таких мест, ой. Где бы вот собирались, вот как мы с тобой, мы играем, мы чувствуем друг друга ну, вроде. Да. Я иногда спрашиваю, я не сильно тебе мешаю. Ну, а специалисты, конечно, но нас же тоже много, мы тоже хотим проявить себя. Согласись. Так, давай, не спеша. Начинаем с тобой.
оно похоже на страдание, по-моему, на досаду. Нет, типа досады типа, есть. Она играется медленно. Я с Аришином один раз спокойно сыграл. Спрашиваю, дядь, ведь я не сильно вам помешал? Он говорит, я не пойму, как ты играешь, но как-то у нас получилось. Совершенно разная техника. Я потом пересматривал. Ну...
дождем высохшим, вот развалочку моих корабликов бумажный флот. Мне детство давнее бросает чалочку, нам с улицы домой зовет. Семен, что-нибудь. Что-то мы тут Yeah.
что еще поем? Устал. Ну ты меня уже все. У старого дуба не знаешь? А? У старого дуба. Нет, ну сыграть сыграем, но я и слова не знаю.
Я знаю, что на улях я вернусь.
здесь мы. Разве это любовь на сокрытии земли? Говорят, что пусть себе говорят, но за крови пусти пропустить аромат. Сейчас да. Еще попробую на твоей песенку вспомнил одну. Thank you.
синевины, крылью пусть родили вы. Хватит. Можно оставить на следующий раз. На следующий раз можно оставить. Семен, на дорожку что-то может? Надо. Yes.
звать, ничего. Как скажешь. Ты Семеновну не играешь? Кого? Семеновну. Ну ладно, давай сейчас мы с тобой что-нибудь.